Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Steam King, 6 уровень. В прошлый раз мы так ничего не заапгрейдили, потому как не хватает. Так, опять кто что? Какой-то замок, с виду на замок похоже. Либо на город, может это город. Опаньки, это кто такое? Что за ерунда? Что за мужик с гарпуном? Со снайперским прицелом. Вот, неспроста тут этот камень. Что-то начинает тормозить игра. Это, наверное, потому что большой уровень. Ну, большой. Как бы большой. Так, тут секретная дырка. А вверху видно еще секретную дырку, в которой куча сундуков. И нам придется туда попадать как-то. Ах ты, маленький бунтарь. Блин. Да ладно. Как он умер-то? Всего-то его разок ударили. Вот, 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 конопля. Да, подтормаживают. Вот флеш-игры они все такие. Если какой-то большой кусок обрабатывается карты. Ай-яй-яй, как плохо тормозит. Ну что делать? Да ладно, повернись ко мне передом. Ну, в смысле, к моему переду. Так, дойдем сюда. Стоит ли подниматься наверх? Ну, не знаю, наверное, стоит. Опять, где эти мухи надоели вообще по-страшному. Ох, там еще один стрелок. Это не стрелок. Это машина. Да что, так вот и убьет просто? Это что, сначала все? И точки сохранения не было. Обалдеть. И при этом оно притормаживает. Здорово. Класс. Я выкинул бомбу, которая одна была. Теперь ты знаешь, что бомба кидается пробелом. Вот оно что. Так, вот он этот сейвпоинт, до которого я чуть-чуть не нашел. Вернее, я его мимо прошел. Ну, сам виноват. И оказывается, дверь внизу где-то открывается. То есть сюда и не надо было идти. Обалдеть. Да что же это такое? Да ладно. Ребята, вы меня достали. Все, король разозлился. Цирковой, иди сюда. Мы тебе сейчас тебе велосипед знаешь, куда засунем? Самое, что ни на есть забрало. Ну, раз уж мы внизу, глянем, что тут дальше, или не стоит. Не, наверное, все-таки сходить наверх. А двойной прыжок. Как он всегда хорошо получается, точно и аккуратно. Так, и об чем тут был вот этот шум? Что тут за дверью? Два сундучка. Ну, 100 шестеренок, хорошо. Вот это и все. Да, не густо. Ну, раз уж так, то давайте идем дальше вниз. А тут нету секретика? Нету. Вниз пойдем вправо. Воу, как неприятно. Ну да, да, я знаю, но тут сейф поинт очень близко. Все тормозит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и достал ведь.
Козлина, а? Там и сдохнем. Что интересно, когда замораживает этого вот ракетоносца, замерзает и огонь, который исходит из его оружия. Огонь замерзает, это смешно. Это называется холодная плазма. Но, шучу. Ну, огонь же это как бы плазма. Нет? Я не прав? Молния это плазма. Ай, много всего непознанного есть в мире. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну чё, он не достает? О, чуть-чуть достало. Вот из нижнего. Ай-яй-яй-яй. С подствольника достает. Правда, заряжается долговато. Все, цирковой, до свидания. А тут ничего. Вот так вот ловко в падении. Что такое? Так, что-то уровень подзатянулся. Чекпоинт. Да, там вниз был путь. Мы сейчас его глянем. Подъем вверх, ясно. Значит, тут будет выход, скорее всего. Обязательно надо все обойти дыры. О, как удачно упал. Ко-ко-ко-ко-ко. А, вот так, неудачно. Вот чего, собственно, его бомба не убивает? Неправильно. И что, и все? Теперь что-то тут должно быть. Тут то же самое, в принципе. Да ну вас, подальше надо стать от этой всей братьи. У нас были рыцари круглого стола. А эти какие-то уроды. Я знаю, это рыцари дебильного стола. Ну, правда, их не король большой. Мускулистый. Видели в начале игры, да? Она слегка хлипковат. Но ничего, разберемся. Да и у нас подчинение цирковых рыцарей не было обученных, которые на велосипедах ездят. Тоже, конечно. Ай. Чуть-чуть. До сейфпоинта не нашел. Чуть-чуть. Совсем немножко. Давай, наверх, наверх, наверх. Камон. Да хоть теперь убей нас. Ломай меня полностью. Я пошутил так, ну. А они нет. Это вшивая муха нас будет ломать полностью. Вообще распоясались. Что хотят, то творят. А уж я-то наведу порядок в этом королевстве. Между прочим, перед вами сертифицированный король. Воу-воу-воу-воу. Давайте помедленней. И по всему оно где-то застряло. Это муха в стене. Муха в стене. Вообще, черти, что творится? Ну, зато цирковой рыцарь не пролазит стенку. Это радует. Как классно-то получается.
То есть чувствую, что мы сейчас к началу вернемся, откуда и все начиналось. Правда, что-то уже сомнения у меня. Для чего этот камень? Чтобы он тут застрял. Ух ты! Вот это для чего? Чтобы мы смогли запрыгнуть в секретный сундучок и взять 100 500 шестеренок. Ну что-то же там оставалось еще слева. Давайте глянем. Все не так просто и однозначно. А, тут тупичок, тут можно только было забраться с той стороны. Ну, ладно. Значит, пока что идем правильно. Зачем им тут столько лифтов? Сие тайна. Там был какой-то секретик. Вон, я вижу желтое что-то было. Ну ладно, пойдем так уже, наверное. Уровень пройден. Ура! Континуя и что? Там мы прошли какой-то злобный замок злобного злодея. Но самого злодея в нем не было. Что мы можем наапгрейдить? Ну, наводящиеся ракеты. Можем? Можем. Следующая 1500 стоит. Тут же Increases Walk Speed. Но это пока нам особо не надо. Надо увеличивать мощность оружия. По-любому. Ну, будем увеличивать уже дальше в 7 уровне. Я понял, это мы до него дошли. Это мы еще были не в замке. Окей, это будет уже следующий эпизод. Спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.